У северокорейского вождя, возможно, есть бразильский паспорт. В распоряжении агентства Reuters попала информация европейских спецслужб о том, что в 90-х Ким Чен Ын пытался с его помощью получить разрешение на въезд в страны Запада. Паспорт имелся и у ныне покойного отца лидера КНДР Ким Чен Ыра. Reuters опубликовал изображение первых страниц документов. Их владельцы – уроженцы города Сан-Паулу – Джозеф Пвак и Инджон Чой. На фото запечатлены люди, имеющие визуальное сходство с Ким Чен Ыном и его отцом. Оба паспорта были выданы в бразильском посольстве в Праге в 1996 году, сообщает агентство. Известно, что они подавались на получение виз как минимум в двух посольствах иностранных государств. Однако были ли запросы удовлетворены, пока неизвестно. МИД Бразилии ведет проверку данной информации.